нужно всегда управлять свойством материала, свойством его пластичности. Можно, когда нужно густые, не разбавляешь, когда нужно жидкая прозрачная краска, разбавляешь. Вот и все. Mm-hmm. Это должно просто идти как механически, уже не задумываясь. Ты просто чувствуешь, надо тебе вот это здесь мягкость, прозрачность, mm-hmm. или не нужно. Если не нужна, взял вот густой краской, проложил такие вот корпусные, видите, такие вот достаточно плотные, вот такие. Mm-hmm. А разбавленные, они полупрозрачные такие. Ну, вот, все просто. Так мне тоже, значит, сделать, не покупать тройник, да? Вот у меня финский этот есть, 10, это, да, 50. 10. Что в него еще добавить? Масло льняное и лака его. И вот это варьировать в процентах. И оно не портится, да, вот в этой купе? Да нет, конечно. Нет, конечно, вот она. Вот здесь, вот я всегда на глаз наливаю. Угу. Сначала разбавителя, white spirit, вот столько. Потом, ну не столько, вот столько наливаю. Угу. Разбавителя, потом вот столечко масла и немножко там вот столечко лака. Много лака не желательно. Угу. Да? Угу. Достаточно крепкая, хорошая смесь. То есть получается на это надо рисовать? Да, а зимой рисую почти на масле. Потому что... Масло льняное, да? Да, ну, конечно, льняное. Угу. Ну, можно и на подсолнечном. Вот работа ведется по всему участку, сразу не застревайте на одном месте. Там немножко поработали, там. Так глаза не устают, и цвет чувствуешь острый достаточно. Цвет недомешан немножко, такие вот получаются как бы очень живые цветочные мазки. Чувствуете? Недомешан снизу, который... Недомешан, не промешан на кисть. Ну и на палитре, да. Но и остаются вот такие. Но нежелательно, чтобы белила в чистые попадали. Они очень жестко тогда смотрятся. Вот такая какая-то цветная недомешанность. Вот, ну, понимаете? Когда белила попадают чистые, некрасиво, очень жестко это звучит. То есть перетирайте краску, но не на 100%, не в монотонный цвет. Так, сейчас вот можно немножко фоном заняться, немножко отдохнуть от цветов, поискать и пойти на высветление фона. Он нам не нужен такой темный. Пробовать разные сочетания, на образец смотреть не обязательно. Опять же, как я говорил, стараться чувствовать то, что происходит. Просит ваша работа. Можно ножом, можно кистью как-то попробовать. И обязательно светлым по темному. Вот это важная вещь. Если ножом или кистью работать, красиво, когда светлое на темное ложится. Если наоборот, темное на светлое краску пойдет, будет некрасиво. Вот это касается, вот, ну, это принцип масляной живописи. Светлая краска на темном красиво смотрится, а не наоборот. Какие-то тонкости, такие вот нюансы можно затирать, вот это. Чтобы там наш мозг угадывал что-то, нам не нужна такая вот определенность. Ищем какие-то оттенки, пробуем. Вот, накладываем светлое, получается вот такой вот эффект венецианской штукатурки, фрески. Угу. А вот темная, смотрите, вот о чем я говорил, темная краска, видите, некрасиво кладется. Потом вот эту жесткость можно... так смахнуть, можно вот так сухой кистью еще пройтись, вот эту жесткость снимать. Вот она здесь у строительной кисти ворст длинный, мягкий. Он нам очень. Он работает только по поверхности фактуры, по выпуклым чистым холстам. Mm-hmm.
такой, достаточно такая интересная фактура. Так, ну пока так оставим, мы еще высветлим вот эти участки немножко, если нужно будет. Пока оставляем. Вот этот очень хороший прием, сухой кистью уже и светлое сплавливать немножко, особенно на периферии вот эти вот места, снимать жесткость мазка. Нам жесткость нужна будет в центре каких-то важных деталей, к которым нужно будет привлечь взгляд зрителя. А второстепенно очень желательно смягчать контрасты вот эти, жесткости. Ну вот здесь все-таки оставить надо, да? Потому что вот тут красиво. Тут красиво, да. Красивые места оставляем. Угу. Вот еще важный момент. Не нужно никогда окончательно что-то прописывать. Я вот к вопросу, что ходим по кругу. Вот если сейчас мы бы сделали вазу, сначала полностью сделали, нарисовали листочки, потом бы мы начали высветлять, потом уже, после этой вазы, начали высветлять фон, фон, вот этот вот стол, допустим, у нас такой достаточно светлый. Ваза бы автоматически стала темной в светлом окружении. Нам бы захотелось ее еще светлее высветлять, а уже поздно, мы же ее прописали. То есть нужно вот такими вот кругами ходить, постепенно идти на высветление, тонально по всей площади. Общий, все, да. Носки стараемся не затирать, чтобы в них была какая-то сохранение. Вот так вот, понимаете, не, это не нужно. Это потом мы сможем резкость снять вот этим инструментом, резкость мазка. Но пока нам нужно желательно ложить такую, как мозаику такую. Вот. Что-то вот с энергией с какой-то. А потом, если нам это нужно, взять вот сухой кисточкой чуть-чуть. Очень, очень легко сбить мазочек. Накладываем теплый белый цвет, цвета освещения. Вот такой оранжевато-охристый или с желтым, но лучше чем-то немножко облагородить оттенок. Не обязательно желтым, он очень яркий такой получится. Чем-то облагородить и уже навязывать вот эти вот, вот этот цвет. Получается сейчас объем, да, создаете? Да, еще один. Объем высветления постепенно высветляем. Так, тут рефлекс от стола. То есть от, ну, от поверхности вот такой будет теплый такой. Понимаете, вот белый предмет, он воспринимает вот это вот окружение. Вот она как в зеркале кривом отражается. Тут даже можно показать, вот тут она вишенка будет, можно зацепить чуть-чуть вишневого цвета вот этого и показать его немножко. И потом разотрем вот этим. Можно достаточно, знаете, как работать на этом этапе достаточно топорно пока что. Вот показать вот этот, прям зацепить от него, отсюда цветы и сюда положить. Зацепить вот этот вишневый цвет, цвет вишенки тоже пока топорно. Потому что у нас есть вот такой инструмент, который всегда может легко вот эту нашу топорную работу сделать достаточно деликатно. Понимаете? Раз-раз. Вот. Ну, не забывайте вытирать, чтобы кисть была чистая, относительно чистая. То есть это именно потому, что как бы мы имитируем фарфор, то есть гладкость. Да, вот это, и да? Да, он же зеркальный, как бы, ну, относительно зеркальный. Нужно, значит, все это показывать. Вот у нас зацепим прямо вот отсюда краски этой и возьмем вот сюда, проложим. Тут вот эти вишни прям смело покажем, возьмем краски, да, возьмем вот такой вот кадмий, более теплым оттенком. Тут опять оранжево, желто-оранжево такой. Называются вот блики от соседних предметов, да, вот так? Это рефлексы, называются. Они так и называются. Рефлексы. Блик у нас один, блик у нас вот он будет. А это рефлексы очень много. Блик это все понимают. Блик это блик. Да.
Это отражение источника света на гладкой поверхности. А вот рефлексы выучить, это тот же блики, только вот они более сложные. Это тени, это, ну, это придет вам со временем. Ну, это... получается, вот, вот опять же, да? Да. Затемнится, ну, темная, а сейчас... Да, что-что? Она и так темная, хорошая была. Теперь она опять из-за вот этих вот мазков, она высветлилась. Так нам, нам нужно высветиться, она достаточно темная была. Все-таки ваза-то белая. Смотрите, сейчас, подождите, сейчас. Вот нагнетаем еще цвета вот этого. Светлого еще. Так, смахиваем. И уже вот эта заготовка готова, в принципе, для прокладывания цветочков вот этих всяких. Можно тоже промокнуть это, ну, давайте даже промокнем на всякий случай, чтобы легче вписывались вот эти цветочки наши. Да, это полезно промокнуть. Но краска должна быть достаточно густой. Здесь же мазки не нужны, поэтому... Да, 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 здесь мазки не нужны. Вот белая ваза у нас не должна быть белой. Она должна быть вот пока вот такой. Белым нам сделает ее блик, рефлекс и делаем плечо. Цветочки. Цветочки в шахматном порядке наносим достаточно ярким цветом. Прозрачным? Нет. Не разбавленным, чистым этим. Так, берем, допустим, основной цветочек у нас вот тут будет. Розочка. Так, тут идем, учитываем перспективу, то, что у вас закругляется. Так, здесь вторая розочка, тут третья пошла. Тут теневые, теневая розочка вот тут. Это уже другой немножко цвет, да, сразу? Ну, я добавил, естественно. Да, он и там смешался. Ага. И плюс я добавил немножко коричневого. Угу. Так, здесь у нас пойдет. Потом в шахматном порядке тут. Вот тут вот розочка. Тут будет. Вот тут будет. Вот тут будет. Очень приблизительно. Это у нас смажется. Это одинаковые цвета? Одинаково. Так, вот эти у нас большие будут. На этом уровне. Тут поменьше, тут еще меньше. Тут, допустим, маленькие какие-то. Ну, с этим понятно. С этим. Да. С размерами. Тут нет вопросов. Так, тут листик у нас будет. Это тень от листа. Угу. Это тень под листик. Так. Сейчас вот делаем немножко теневого этим Марсом. Ну, вот сердцевинки. Тоже одинаково. Да, 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 одинаково. Как все одинаково. Ну, можно пожелательничать, но это не тот случай. Если бы мы вазу рисовали, действительно вазу, ну, какой, а пока нам нужно достаточно примитивно все это разбросать. Так, тут вот тоже заберем. Тут будет теневый такой немножко. Да, сейчас мы дадим зеленого к нему. Вот красный смешиваем с кадмий красный зеленый травяной, получается такой вот красивый, вот еще оранжевый, да, такой табачный называют эти оттенки. Так, на листике тоже вот так достаточно произвольный. Пока не смотрите, я буду снимать. Да, меня краска... я прямо жду. Да. Вот говорите много, вот этого же чуть-чуть надо краски совсем. Вы целую гору намешали. Ну и что? Ну так это для скорости. Не, ну вообще-то. Можно сидеть, ковыряться. Да. Ну, зря. Поэтому вы чем хороша Алаприма, то, что нужно успеть за день решить сделать картину. А если возюкаться в своей краске, вы не успеете. И все, это уже не Алаприма, это уже
совсем другое. Все должно быть цельно, красиво в один день. Нужно выделить время, чтобы ничего не болело, никаких проблем, чтобы было с утра и, допустим, до вечера. Ну, не весь день, но до вечера, чтобы было время. Чтобы сесть и с хорошим настроением решить эту задачу. Ну, это аргумент. Да. Что много времени уходит, да. Да. И картина не получается. Вот в чем дело. Я говорю, не и удовольствие не то. Удовольствие не то от работы. А сколько, ну посчитайте, сколько я там краски этого. Эта краска вся останется. Ну я красное потрачу много. Оранжевое на это пойдет, краплака. Ну и все. Ну и белило, конечно. Нанести и промокнуть как бы, да? Промокнуть, да. Снять излишки вот эти. Немножко. Сняли вот эту и попробовать сухой кистью немножко. Елена, смотрите, да, растушевать немножко. Легко-легко. Тут у нас тонкие слои. Вот она сухая, можно мне ее потрогать? Она насколько сухая? Она все равно жирненькая. Ну, так? Ну а как жирно, да? Ну, понятно, она же немножко, но все-таки она сухая в сравнении с обычной. Ну, да. Краски на ней минимум. То, что сухую говорите, так как ее сушить-то? Ну, это образно. Так, вот немножко вгоняем. По форме. Вот можно вот так форма мазок и вот так еще. Вот здесь два вида мазка. Вот, немножко сгладили. Вот уже объем какой-то чувствуется. И теперь опять возвращаемся. Потихонечку вытягиваем вот этот рисунок этих цветов. Достаточно вот так произвольно. Главное, чтобы какой-то легкий шахматный порядок сохранялся. Не очень, чтобы регулярность, это, чтобы не резала глаз регулярность. Вот это такой тупо шахматный порядок. Это не очень хорошо. Я видел повторение моих работ вот именно этой. Но до того вот как-то расставлено по клеточкам. Да. А это чувствуется, это не очень хорошо. Живопись, она такая достаточно не идеальная должна быть. Тогда она красивая. Когда нет идеальности, когда много ошибок таких вот. Небрежность такая, якобы небрежность такая, понимаете, артистизм какой-то мазка. А когда все прописано, не очень хорошо. Вот попробуйте, посмотрите хорошую живопись, она вся такая достаточно не, как это сказать, не идеальная. Если не хватает, можно между чего-то такого еще. Ну, понятно, тут чем ближе к центру, тем больше красок, да, все-таки? Цветов уже. В принципе, да. Вот по центру они... уже вообще не трогаешь. Да, а можно, немножко можно. Так уже как-то, да. Не это самое. Вот там, да, она закругляется, цвета ненасыщенными становятся, видимо, так. Я не знаю, это в натуре надо смотреть, как там. И это практически из головы тут какие-то, опираясь на законы, которые ты знаешь, пишется. Натуре, конечно, лучше смотреть натуру. Так, вот края мазки, они такие более вытянутые. Здесь у нас они рисунок как-то, вот то, что нам нужно, а здесь уже такими черточками. Смотрите, по форме очень деликатно. Настолько деликатно, вот как вы красите румяна, я не знаю, еще деликатнее. Так, сейчас найдем листья. Так. Не всегда получается с одного раза цвет найти. Так, сейчас. Тень жесткая очень. Смягчим тень. Мы вернемся. Я зацепил, вот с этой стороны у меня светлее немножко, с этой у меня темнее. Вот смотрим, где свет. Свет у нас стороны, значит, вот с той, вот, сейчас покажу. А с него начинаешь? Вот, да, туда вот эта сторона у нас там, где свет, ну, чтобы она ловила свет, понимаете? Ну, листик должен ловить, как лопатка, если он вогнутый, ловить свет.
И в ту сторону мы положили вот эту светлую часть, это я переверну. Поймете, вы пару раз сообразите, что вот с одной стороны выгоднее, когда эта кисть набрана более светлым оттенком. И тогда за один мазок можно очень... Так, ну тут это теневой лист, он как бы в тени. Можно очень удачно схватить... Ладно, вот отвернемся еще. Это чтобы не забыть, да, какое место, которое что это? То это я уже. Это, нет, это прожилки. Там же у нас темная краска иногда. И вот так вот достаточно будет. Сейчас там растворитель выветрится. Но вот когда выветрится, можно. Он станет гуще. И легонечко вот сбить вот это. И прожилкой останется она. Со стороны это ж. Мы ж не смотрим. Это не акварель. Мы смотрим. Вот так никто не смотрит. Масляная живопись смотрится с большой, с большого расстояния. И это будет читаться как вполне себе такой настоящая прожилка какая-то. Иногда очень удачно можно найти эти прожилки. Так, тут тени. Так, тут какой-то намек. Еще можно. Так, тут такие теневые звуки, звуки какие-то вот. Вот так, 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 так. Вот, набирается на одну сторону светлее, и вот, вот она, как лопатка, выгоднее нам, с одной стороны, вот здесь более темная, вот, здесь светлая, и у нас, вот видите, как бы вот эта часть забирает свет, а эта не забирает. Сюда можно проложить ему тень, то есть обозначить грань. Вот смотрите, еще такой, вот можно спаять, они жестко смотрелись, немножко пройти вот этой вот, как бы раз-раз-раз. То есть сухой, да? Да, сухой. Все постоянно вытираю, постоянно, чтобы не было грязи. Если не вытирать его, забывать, то смажется в грязь все это. Так, вот тут резкость вот этих. Вот может быть, вот мы раз-раз, я случайно, видели, как тяп-ляп сделал, а в принципе вот это место можно и оставить как решенное. Чуть-чуть сбить резкость мазка и оставить. Пускай там будет. Пока, во всяком случае. Может, нам еще придется к нему вернуться, но пока. Вот всегда нужно вазу ставить на землю вот таким вот жестким хоть намеком каким-то. Должна быть жесткая такая вот полосочка. Она еле-еле видна, но иначе ваза как бы как висит в воздухе. Добавляется либо кадмий красный светлый немножко. И потом она света темного добавим. Вот, допустим, прямо с этим тоже без белил темные краски фиолетовый и КПК. Вот смотрите, вот такой насыщенный теплый темный цвет. Нам нужна такая рубиновость. Белила с этим не дружит абсолютно. Блики цветные, как видите, это не белило, это окрашенное.
лучше ножиком, конечно. Можно и кисточкой у кого, кто с руками дружит. Так, вот тут есть у вишенок такое вот это углубление такое. Тут тоже рефлекс будет, а тут хвостик. А, вот этот. Выемка же, да? Да, вот можно здесь тоже... Впадинка. Впадинка, да. Угу. Тут тоже можно будет показать. Угу. Три штучки, они будут у нас сращиваться хвостиками. Вот смотрите, такими собираю к центру. Вот как-то... Ты уже замазался совсем. Ничего, ничего, нет. Цвет хороший, понимаю. Это у нас периферийный, он не должен там сильно выписан. Видите, вот он какой-то вот. Краска немножко, краска немножко подстывает и уже, может, себя так позволяет с собой работать более... Ну вот жидкость вот эта ушла, такая совсем уже пластичность. И уже достаточно можно вот... Более-менее вменяемо вот так вот что-то растереть какие-то. Она позволяет уже. Она уже как такая мягкая глина стала. Вот я вот вначале спрашивала, что вот эта матовость вазы, да, вот она сейчас. Да, сейчас да, только, ну вот она сейчас вот полностью уже, да? Она, да, все правильно. Ну, практически. Мутно, можно, если ремонт. Время есть еще, если у нас будет время, я повырисовываю еще немножко. Тут что-то можно вот, ну, придать. Хотя это не обязательно, у нас же тогда база... Тогда не будет мутной. Да, да, потом нужно опять немножко сравнять. Вот я вот так это делал. Сидел, немножко поработаешь растушевкой опять немножко. Вот это такой процесс. Получаются они такие достаточно мягкие. Смотрите, нужно достаточно большой растрепанной кистью работать очень тонко. Ну, вот, на относительно маленьких площадях. Ну, это, если к большому инструменту привыкнете, вы научитесь рисовать его кончиком, моторика у вас разовьется, вы, это намного лучше с большим инструментом. У кого не спрошу, у всех там, а у меня самая большая конечно, вот такая кисть. Ну, у меня примерно, да, то же самое. Да, наметить какие-то. Палочки. Так вот, достаточно жидко. Есть у вас такой мастихин? Прямой нет. С рубленой, или как называется. Да. Такого нет. Хорошая вещь. На измайловых полно разные. Большие, маленькие. Купите себе. Так, отловим грани листиков как-нибудь. Понимаете? Где-нибудь намек торчит, смотрим, приделаем ему грань. Вот как вот здесь, видели? Вот Так, а дату хотите, я сзади напишу. В принципе. Так, ну все, будем собираться. Нормально работа.